Сегодня в гимназии полная свобода. Летом на пришкольных участках не возбраняется появляться в шортах и сланцах. А вот с 1 сентября все по уставу. Школьную форму ученики Гердовской гимназии носят не первый год. Теперь планируют ввести дресс-код и для учителей. Идею, кстати, директору подкинули сами школьники. Ну, мы же тоже как бы ходим в форме. Пусть учителя тоже будут. А то нас тоже заставляют. Мне кажется, что они должны быть одеты как-то строго, ну, и чтобы соответствовало школьной. Ну, что-нибудь такое классическое, юбка до колена примерно, блузка какая-нибудь белая. Сегодня педагоги в поисках идей. На каникулы получили задание пролистать модные журналы и предложить свои варианты, как красиво, а главное, уместно одеться 1 сентября. Точно уже решили, никаких джинс и коротких юбок. Остальное – высоту каблука, фасон, цветовую гамму обсудят на школьном совете в августе. Мы приглашали имиджемейкеров, которые говорили, значит, о том, как учитель должен одеваться. Так вот, для начальной школы какие-то особые требования. Они должны быть более теплые, пастельные тона, потому что он только-только оторвался от дома. И вот даже цвет одежды либо сближает тебя с учеником, ему комфортно от этого, либо ему даже страшно, может быть, да? Поэтому вот над этими моментами, над этими нюансами, вроде бы это нюансы, но они очень важные, стоит обсудить, подумать, и, конечно, должны быть обязательно консультанты, конструкторы, модельеры. Марина Ломаева проработала в гимназии 30 лет. Идею переодеть педагогов считает, с одной стороны, правильной, но с другой просит руководство не перегибать палку и учитывать возраст и комплекцию педагогов. Каждый учитель, он со своей фигурой, со своей. Вот мне, например, вообще не идет прямое, то есть я все равно не буду это одевать. Вот, ну, я не знаю, будем, наверное, какой-то компромисс все равно находить. Шить всем из одинаковой ткани наряда для учителей точно не будут, но какой-то объединяющий элемент введут, и, скорее всего, он будет связан с удмуртскими мотивами, чтобы подчеркнуть особенность национальной гимназии. Альбина Гореева, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».